А в Барановичах сегодня военные со всей Беларуси ознакомились с новыми и модернизированными образцами техники. Экипировка солдат, оружие и даже мобильные командные пункты. Большая часть представленного вооружения примет участие в следующем году в белорусско-российских учениях «Щит Союза». Воочию с военным потенциалом страны ознакомился Юрий Шевчук. Диверсионная группа с боем пытается прорвать оцепление и захватить боеприпасы. Эта легенда была взята за основу в конце сентября на первом этапе оперативного сбора командного состава в Стародорожском районе. А сегодня эпицентром армии стали Барановичи. Здесь прошел второй этап оперативного сбора командиров вооруженных сил Беларуси. На базе 61-й мы осматриваем вопросы организации управления. И здесь для этого развернули командные пункты от Центра стратегического управления до командно-наблюдательного пункта батальона, чтобы показать всем руководящему составу новые средства связи, аппаратуру передачи данных, текстовые, графические, ну, все возможности, которыми мы на сегодняшний день обладаем. На оперативном сборе командиры и старший офицерский состав смогли воочию ознакомиться с новыми и модернизированными образцами техники. Экипировка солдат, оружие и даже мобильные командные пункты. Стоит сказать, что все представленные экземпляры уже прошли или сейчас проходят испытания в боевых частях. Данные пункты действительно после того, как их оснастили модернизированными образцами вооружения, действительно стали компактными, мобильными и позволяют решать все поставленные задачи. Сегодня все подобные пункты управления оснащены уникальными программами белорусского производства. Благодаря такому программному обеспечению у военных появилась возможность, что называется, в онлайн-режиме отслеживать и координировать действия всего личного состава, от солдата до командира подразделения. Средства связи, имеющиеся на борту этой аппаратной, обеспечивают значительные дальности до 300 и выше километров, что позволяет обеспечивать управление и батальоном, и ротом, роты в той ситуации, которая может сложиться. Свое внимание командиры обратили и на тыл белорусской армии. В 120-й зенитно-ракетной бригаде офицерам показали, в каких условиях сегодня живет и служит рядовой солдат. Завершится второй этап оперативного сбора вооруженных сил уже завтра. Итоги будут подведены на базе военной академии Беларуси. Там же военные определят приоритетные задачи для курсантов на следующий учебный год. Юрий Шевчук, Владимир Тиханович, агентство Теленовостей.